Смотровые площадки острова Тенерифе. Смотровая площадка Ла Гараньона. Это строение была попытка где-то в 20-х годах сделать фуникулер на пляж. Сейчас я покажу его более. Сейчас у вас большая волна и береговой линии не видно. Но задумка была такая, чтобы был фуникулер до этого пляжа. Впереди поселок Месса дель Мар с пляжиком. Такое малоизвестное туристическое место. Может, в каком-то ролике я специально туда поеду и вам покажу. Про эту смотровую площадку. Сквер такого муниципального значения мало кто знает из туристов. Там же есть кафе итальянское, итальянское мороженое. Пару раз я там был, пробовал. Вкусное. Еще раз на океан. Постоянные зрители просили не спешить океан показать подольше. Так что я буду стараться на пляжах, на смотровых площадках, где-то в таких вот местах в разное время года, разные погодные условия, чтобы иметь представление. Сейчас я приближу экран. Береговой линии. Вот этот поселок. Если видно, сейчас вот справа будет туннель. Около этого поселка можно припарковать машину. И пешочком через туннель, вот это там пляж с раздевалкой. И вот береговая линия красивая, крупным планом. Скалы. Кому понравилось, ставьте класс. Я попрощался. Класс вы, конечно, все равно можете поставить. Мотивация, что вам нравится, и моя работа не совсем ненужная и неинтересная. Впереди драконовое дерево. Вот это кафешка, про которую я говорил. Кафе-мороженое с хорошим панорамным видом на океан. В дымке Пуэрто де ла Крус. В самом-самом, это уже мыс Тено. Так что муниципалитет Эль Саусаль с любовью относится к этому скверику своему муниципальному. Сотрудники ухаживают, все. Ну, к сожалению, туристы это место не знают или... А если кто знает, то добираться здесь только можно на арендованной машине или вот так вот на индивидуальной экскурсии. Так что пишите комментарии и пожелания.